счастливый пони. Мама удивила. В такую погоду просто гулять. Что все-таки идет сугроб. Причем держится сверху прям на сугробе. Там тоже пошел. Куда идут? Че вообще? А, Митор, может, поваляться хочет? Может и нет. И встретились на дорожке. Опять. Ой, эти там. Там за палкой, наверное, пошел, как всегда. Лесоруб мой. Этот без палочек не может жить. Вот на повороте розовая жижа какая-то. Я думаю, что это обработка для деревьев. Или кто-то что-то наелся и вышел все обратно. В общем, надо будет за ними посмотреть. Ну все, Тор пошел валяться. О, фишечка Тор. Все. Ой, жесткий снег-то. Все довольны. Титан добыл себе палку. Тор повалялся. Ой, тортяж. Прям подлетает. Кайфы, Тор. Кайфы, ты мой золотой. И покушал снег, да? Ай, ты мой хороший. Умничка моя. Все, потопали дальше. Там на повороте надо будет их взять на поводочек и провести мимо этой фигни розовой. Ой, сейчас нюхает. Здесь Мира строим были сегодня. Может, Миру унюхали. Мы возобновляем активные прогулки. И будем меньше кушать, чтобы прийти в нормальную форму. А то собачки все уже поправились. Ой, Тор, еле идешь там. Иди по дорожке. Так. Он пошел в туалет или за палкой? За палкой. Все у Тора. Кайфы. Ну ты кайфушник у меня. Ну вообще. Так, вот здесь вот надо аккуратненько смотреть, чтобы ничего не съел. Такой у меня мальчик-то упрямый. Тортя! Подожди. Здесь кто-то, видно, проехал. Еще как будто колея появилась. Пока нас здесь не было. С талисманом мы там гуляли. Так, там что-то уехал. Мальчики! Ко мне! Супер, ждем. Сейчас я их прицеплю. Ждем. Стоим, ждем.